В зале царила теплая дружеская атмосфера. Экспозиция, представленная 60 работами, демонстрировала любовь к родителям. В каждой картине самое дорогое, что есть у человека – мама и папа. Для школьников был организован интерактив. Ребята активно участвовали в беседе, высказывали свое мнение, поддерживали друг друга аплодисментами. Особенно понравилась викторина, в которой надо было ответить на вопросы о родителях. На этой выставке работы детей от 6 до 12 лет. Здесь они изобразили своих родителей. Посмотря на эти красочные рисунки, можно видеть, что радует наших детей, что они видят в первую очередь в родителях. Не оставил без внимания выставку иерей Дмитрий. Познакомил детей с историей праздника и даже исполнил песню под гитару. Когда мы говорим слово «мама», в наших умах, в памяти и в сердцах возникают различные образы. Конечно же, это наши родные матери. Конечно же, это наши дорогие учителя. Конечно же, это наши близкие люди, которые заботились или заботятся о нас, которые как, словно как мама для нас. Ну а для христианина, для любого верующего человека, такой мамой является также и Пресвятая Богородица, Дева Мария. И вот этот праздник 14 октября, который мы празднуем по названию Покров Пресвятой Богородицы, как раз таки напоминает нам о том, что Пресвятая Дева, она как мама, печется о тех людях, которые считают ее таковою, кто обращается к ней в бедах, в различных обстоятельствах тяжелых. Все представленные работы настолько разные, где-то краски яркие и насыщенные, а в некоторых картинах прослеживаются нежные пастельные тона. Кто-то изобразил родителей дома, а кто-то в лесу, на прогулке, на отдыхе, с друзьями и домашними питомцами. Но есть кое-что общее. Все они излучают безграничную любовь и доброту. Для ребят была поставлена такая задача – изобразить свою дружную семью в самые интересные моменты, как они отдыхают, работают совместные, как-то путешествия. То есть все, что связано с семьей. Юные художники с воодушевлением рассказывают о своих работах, ведь у каждого своя история. Моя работа называется «Семейный вечер». Я нарисовала эту работу, потому что нам задала учительница, ее зовут Василиса Андреевна. Рисовали мы красками, и работа у меня заняла 2 дня. Решила я нарисовать эту работу в лесу своей семьей, потому что мы часто там гуляем и проводим свободное время вместе. Это моя работа. Я назвал «Я и папа». Я нарисовала красками, потому что мне нравится рисовать красками больше, чем карандашами. Мы с папой проводим много времени вместе. Оценить творчество ребят можно до середины ноября. Выставка работает в Центральной библиотеке города Солигорска. Зал искусств, 4-й этаж.